из трех желудей, коробки спичек и маленькой проволочки для детского сада будем мастерить самого обычного муравья. Для этого нам понадобится еще шуруповерт, ну и соответственно сверло по диаметру спички. Будем использовать 2,5 мм для того, чтобы плотно садилось. Подготавливаем инструмент. Теперь при помощи спички будем все это дело клеить, первую часть. Что-то клей засох, как обычно. Самый неподходящий момент. И теперь его угоняем сюда. Хоп. Второй край. Вот под таким небольшим уголком. Теперь будем крепить голову муравья. Приблизительно так. Подстрокать немного спичку надо, чтобы сильно не проломило. Уголки. Сначала в голову. Теперь туловище. Не хочет сюда входить. Значит, сделаем наоборот. Вмазываем клеем. Ну и ответственный момент. Клеим голову. Вот у нас уже получается почти муравьишка. Теперь из второй заготовки нужно аккуратненько обрезать. Вот эта вот шляпка будет у муравьишки.
Вот так вот. Или может вот так вот. Вот так. Лучше всего берем спичкой, намазываем наш клей. Надо, наверное, еще чуть-чуть остатков клея давануть. И потом останется из подготовленных веточек сделать ножки. Вот такой вот почти муравьишка. Ну что ж, продолжаем. Теперь из подготовленных веточек нужно вырезать 4 ножки. Желательно, чтобы они были более-менее одинаковые. Я взял 5 штук на всякий случай. Ну и пока наш муравей немножко подсох, будем крепить ему ноги. Все по той же схеме. Делаем отверстие. Ну и теперь нужно немного расточить его побольше. Чтобы ноги не сломались. Возьмем на 3,5. Сверлышко. Лучше побольше зальем клея, чем сломаем какую-то ногу. Ну и теперь рассверливаем. Рассверлили. Теперь клей. Побольше, не жалеем. Прям хорошенько так смазываем. И будем ставить ножки на место. Я вот что подумал, если мы их вот так поставим, ничего же страшного не будет. Наоборот, будет больше площадь соприкосновения с землей.
Теперь осталось вытереть остатки клея пятой ножкой. Ну и начисто спичкой. Вот наш муравей и готов. Кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!